Курсант Гамзатов. Выйти из строя для принятия клятвы. Клятву на верность законности и правопорядка дали сегодня, 29 сентября, студенты Северокавказского филиала Санкт-Петербургской академии милиции. Это первое ответственное и важное мероприятие в жизни совсем еще юных первокурсников. Принимать активное участие в общественной жизни филиала, безукоризненно и в срок выполнять любые возложенные на меня обязанности. Мероприятие посетили почетные гости. Среди них генеральный директор Санкт-Петербургской академии милиции Олег Ерухин, председатель Совета ветеранов Каспийска Магомед Эмингаджи Исмаилов, ветеран МВД, кавалер Ордена Мужества Изамудин Рустамов, директор Северокавказского филиала Санкт-Петербургской академии милиции Магомед Лихиялов, а также коллектив колледжа, родители и другие. Это мероприятие наработано уже годами. У нас всегда места принятия клятвы в тех местах, то есть связано именно с памятью погибших сотрудников, с памятью погибших граждан, воинов непосредственно при исполнении служебного долга. И вот это, как говорится, вынуждает или ребят задуматься о том, что же все-таки было. Что нам оставили потомки, которые погибли за то, чтобы мы сегодня жили под мирным небом? Это делается для того, чтобы студенты прочувствовали атмосферу и поняли, чего стоила наша победа. А самое главное, что в данный момент на их плечах лежит большая ответственность за светлое будущее. Продолжил Олег Владимирович. В общей сложности 112 студентов присягнули на верность Родине. К этому событию они усердно готовились целую неделю, отмечает одна из учащихся академии Милана Гадаева. Многие, безусловно, волновались, но в ответственную минуту успешно справились с поставленной задачей. На данный момент у нас происходит торжественное мероприятие, где мы принимаем клятву для исполнения всех законов Родины. Вообще волнительное мероприятие. Да, сначала было очень волнительно, но когда уже дала клятву, все сделала, уже легче стало. Новобранцы принимали поздравления от почетных гостей мероприятия и услышали в свой адрес такие важные и нужные в этот момент напутственные слова. Этот день вы никогда не забудете в своей жизни. Вы сегодня приняли клятву, дали клятву. И с принятием этой клятвы вы становитесь наследниками и продолжателями традиций офицера Российской Федерации. В завершении мероприятия первокурсники почтили память павших героев возложением цветов к обелиску скорбящей матери.